8 апреля в 14:00 в Бельцах, так же, как и в десятках других городов мира, пройдет тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. По словам организаторов, это своеобразный флешмоб. Тотальный диктант в 2017 году состоится 8 апреля, в субботу по традиции. Но сразу сказать, наверное, о самом главном изменении акции этого года. По просьбе участников и для того, чтобы оптимизировать работу экспертного совета, мы сменили время старта тотального диктанта, и теперь в соответствии с часовыми зонами старт диктанта будет на час раньше, в 8, в 11 и в 14 часов по Москве соответственно. Старт для зоны США остается по-прежнему на 23 часа Москвы. Понятно, что тотальный диктант растет, расширяется, растет, конечно же, география проекта. И на сегодня свое участие в тотальном диктанте подтвердило 514 российских городов, из них 37 новых городов. И очень приятно, понятно, что тотальный диктант достаточно давно охватился города-миллионники, и сейчас прирост проекта осуществляется за счет малых городов, сел, и мы с удовольствием их к проекту подключаем, и они тоже получают большое удовольствие от участия в акции. Например, в этом году в Омске плюс 42 населенных пункта, которые стали площадками тотального диктанта. Попробовать свои силы в тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии, семейного положения, интересов. Проверить свою грамотность можно на одной из площадок города. Писать диктант будут в лице имени Дмитрия Кантемира, улица Святого Николая, 98А, и в русском центре Бельского госуниверситета имени Олег Руссо, улица Пушкина. Регистрация желающих писать диктант на любой из указанных площадок обязательна и осуществляется на кишиневской странице сайта тотального диктанта totaldict.ru Кишинев до 6 апреля. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на указанную страницу, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и далее следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в нашем личном кабинете на сайте. Те, кто напишут диктант на 4 и на 5, получат сертификат и денежное вознаграждение от мэра города Рената Усатова. Телефон для справок 0686 73 676. Елена.